Министры финансов еврозоны пришли к соглашению по греческому вопросу. Еврогруппа продлевает программу финансовой помощи Афинам на 4 месяца. Следует отметить, что соглашение не включает мер жесткой экономии. Греция, в свою очередь, подтвердила, что будет продолжать проводить структурные реформы. В понедельник греческие власти представят первый список реформ, которые страна готова провести в рамках программы финансовой помощи. Нынешний договор с европейскими кредиторами истекает 28 февраля.